Всем привет, с вами мистер Ник. Это шестая серия по прохождению карты Skyblock. Как вы могли заметить, вот тут вот я уже чуть-чуть расширил остров. Тут, я думаю, мы будем строить наш дом. Причем дом, думаю, постараемся построить как крепость. Не как простая коробочка, а такой замок, чтобы был красивенький. Жалко, что у нас не получится взять кирпич для крыши. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Так, давайте сразу же сходу проверим нашу ферму. Опа, наконец-то спавнятся еще нормальные мобы. Видимо, надо было подождать. Потому что первый крипер — это уже хорошо. Давайте сейчас тут вынесем всех. Крипер, чтоб не взорвался. Все отлично. Сейчас я сломаю, думаю, этот наш спавнер. Для этого убираем сложность. Заходим сюда. Надеюсь, что мобы в любом случае будут спавниться. Даже если не будет спавнера этого. Все, сломали. Так, закрываем тут все. Ставим максимальную сложность. Все. Наверное, если у нас есть факела. Блин, нет факелов у нас никаких. Значит, берем это дерево, на переплавку ставим. Потому что эти факела нам нужны будут. В принципе. И уголь тоже нужен будет. Значит, ставим все сюда. Так, ладно, зомби мясо оставляем. Что у нас тут потихонечку прорастает? Наши саженцы. Давайте, значит, сгоняем в ад. Посмотрим, что у нас тут такого интересного. Если у нас есть ведро, то в принципе мы можем жарить на лаве. Я знаю, лава там стак чего-либо может переплавить, и после этого только она исчезает. Это, кстати, очень хорошо для нас. Минимальные затраты, максимальная польза. Нам вот это именно и надо. Так. Можно, в принципе, покопать кварц. Она в украшении замка тоже, наверное, что-нибудь даст. Так, и плюс опыт, который, кстати, выпадает почему-то не с каждого кварца. Так, вот. Все сделали. Идемте, значит, сейчас вино зомби повыносим. Пока у нас там будут спавниться мобы. Скелеты нам тоже нужны, которые тоже, надеюсь, там будут спавниться. Вот за столько времени только один крипер заспавнился, хоть что-то уже. Так, вон, после того, как мы тут сгорели. У нас тут еще все-таки остались какие-то ресурсы, я там меч увидел. Давайте его соберем тут как раз. Вообще, песок, душ. Так, давайте тут закроем нафиг эту лаву, потому что... Зачем она нам тут нужна, когда нам тут надо будет выходить еще? Так, все отлично, закрыли. Так. Пока этот зомбак вылезет с этой лавы. Пройдет миллиард лет. Поэтому надо его отсюда потихонечку самим выгораживать. Так, 9-й левел у нас уже есть. Кстати, мы что-то можем добыть обсидиан для того, чтобы сделать что-то. Я не помню, там или зачаровальный стол, или еще что-то. Там нужен обсидиан, но не нужны алмазы. Кстати, нам было бы еще неплохо, если бы мы нашли замок в аду. Так, что-то у меня подлагивать стало. Найдем замок, там вроде эфриты, сундук. Палочка эфрита, кстати, очень хорошая вещь. И вот еще я хотел что-то тут проверить.
Надо бы вспомнить. А, вот, интересно, вот в этой версии Майнкрафта раздатчик можно делать или нет? Давайте сейчас зайдем в верстак, посмотрим. Там вроде для раздатчика лук нужен, булыжник. Давайте возьмем булыжник. Должны нам показать крафта. Так, смотрим верстак. Че, печь не надо. Вот палочка ифрита нам тут нужна. О, золотая морковка даже есть, ничего себе. Я прям удивлен. А че? И золотой арбуз, ничего себе. Прикольно. Я знал только про золотое яблоко, кстати. Так, значит, сейчас, наверное, покушаем немножко. У нас вон гнилая плоть есть. Думаю, вне серии я буду переплавлять камень на каменную кладку. Ой, на... Точнее, я буду переплавлять булыжник на камень и из камня делать каменную кладку. Так, давайте проверим, кто у нас там заспавнился. Надеюсь, там хоть кто-то есть. Так, я не понял. Почему здесь так светло? Ладно. Если никто не будет спавниться, опять придется сделать этот спаунер тогда. Так я думаю, зомби нам тут не надо. Скелеты нужны будут. Скелеты — это, конечно, помощнее тема. И, ну, их убивать посложнее, если что. Так, давайте пока что сходим. Возьмем лаву. Чтобы поставить ее в сундук. Ой, не в сундук, а в печку. Я думаю, вот тут она возьмется. Да? Нет такого источника. Жаль. Теперь нам надо еще источник сам найти. Это, кстати, попроблематичнее будет. Потому что он весь наверху. Все источники почти. Ничего, сейчас мы найдем тут что-то. Больше наверх нам забираться не вариант. Вот там вроде бы источник или нет. Так, вот это что у нас? Источник же, да? Нет, не источник. А, вот, да. Мы нашли источник лавы, нормально надо все. Думаю, можно поставить его в печку. И вот на нем можно будет поплавить камень немножко. Потом нам, конечно, надо будет еще этих источников лавы искать. Думаю, запасемся камушком и будем подниматься наверх. Так, опа, блин. Все. Потрачено. Надеюсь, что наше ведро осталось. Надо было сразу менять с руки, убрать, точнее, ведро, поставить его просто куда-то в инвентарь подальше, чтобы не подбирать его. Если мы сейчас остаемся без ведра, то это уже очень плохо. Думаю, придется его доставать с креатива. Так, вон мы куда же поставили это все. Так, надеюсь, что ведро у нас не сожглось и никуда не упало оно. Ну да, конечно, упало, естественно, вместе с опытом совсем. Значит, придется его с креатива доставать. Кстати, я думаю, будет у нас отдельная серия по тому, как я буду строить дом. И она будет как раз так и называться — «Постройка дома». Но буду, короче, часть постройки дома делать в серии, именно в основных, а часть буду как отдельное видео заснимать. Чтобы потом никто не говорил, что я там в креативе дом этот построил и так далее. Так, значит, возвращаемся сюда. Придется все-таки с креатива доставать ведро. У нас его нет, и железа нету.
Так, давайте все-таки поставим это повыше этого. Так, что ж нам пока что поделать? Что-то у нас вот не растет никак. Тростничок. В принципе, можно... Что, можно начать переплавку уже. Уголь у нас есть. Так, все ставим сюда. Все, погнали, начинается переплавка у нас пока что. А мы можем сгонять в ад. А, мы сейчас со шматками всеми упали. Так, давай собираем. Кстати, надо будет поменять скин. Тоже вне серии это сделаю. Если, конечно, кто-то не знает, я могу отдельный даже выпуск... Да, наверное, я сделаю даже отдельное видео, как менять скины в этой версии Майнкрафта. Если, мало ли, кто-то не знает. Ну, мне кажется, что все знают. Поэтому... Не знаю, даже делать или нет. Ладно, сделаю. Так, вот у нас весь золотой. Наверное, нашу броню подобрал, да, гаденыш? Давайте его как раз сейчас в башку заломаем. Вынесем, забьем его, не знаю. Все, вот наши вещи. Слава у нас. Так, мы еще чуть не забыли этот. Так, на невесомость ботинки и на взрывоустойчивость и прочность у нас штаны. Остальное все не зачаренное. Так, давайте похаваем сразу же. Хотя жизни у нас были, в принципе. Ну и голод был. Так, вон, вижу, там сверкается уже. Какой-то зомбак в броне. Давайте сгоняем. Че, куда мы сгоняем? Так. Этого, думаю, тоже можно вынести. Так, с трех ударов мы почему-то завалили. Быстро так. Так, давайте, все-таки мы вот тут еще нигде не были. Давайте туда пойдем. Опа, вот нам повезло. Это, походу, замок. Тот, который нужен. Давайте туда тогда разгоняемся, попробуем ифритов завалить. Надеюсь, у нас это получится. И там вроде сундук есть, как я знаю. Так, значит, давайте наверх туда. Ладно, давайте тогда тут этого адского камня накопаем. Так, что-то у нас лагает тут капитально. Так, сейчас пролагаю. Все, вот пролагало. В принципе, адский камень это не очень хороший камень, который можно добывать. Потому что из-за него у нас как бы кирка быстро ломается. Давайте всегда вот тут будем копать в середине. Чтобы в сторону случайно не упасть никуда. Точнее, чтобы камень не падал в сторону у нас. Так, надеюсь, нас там никто не убьет, нам повезет. Так, давайте продолжаем. Так, нам еще, наверное, немножко осталось. Это очень плохо видно, надо было, наверное, с собой факела взять. Кто же знал, что мы так сразу на этот замок напрямся. Нам, конечно, конкретно повезло, обычно его ищут очень долгое время. А мы так быстро его отыскали. Осталось нам потом еще будет там найти ифритов. Мало ли, может, там еще кто-то будет. Это, не знаю, сушитель или еще что-то. Хотя чай не сопка и сушитель. Его же вроде надо делать. Или нет, я, короче, по этим делам не особо так знаю, что почем.
Давайте продолжаем копать наверх и ставить блоки под себя. Так, вот, все, вроде бы дошли. Так, это мне не нравится. Какая-то тут... Ага, вот, все нормально. Вон там вроде спаунер из сушителей. Ой, есть ифритов. Надеюсь, что там ифрит, а не кто-то другой. Хотя ифрит это, конечно, не очень классно. В принципе, у нас нет выбора. Я почему-то не могу понять, где там сами ифриты. О, вот они летают. Блин, надо будет его ломать быстро. И скелет этот тоже есть. А ифрит заспаунился. Фак, 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 фак. Горим, горим, горим. И упали. Ё-моё. Так, ладно. Потом как-то я все это пойду соберу. Никуда оно не исчезнет. Мы уже наиграли большое количество времени. Так, думаю, давайте все-таки проверим последний раз нашу мобоферму. Чтобы точно знать, работает она или нет. Так, это что такое? Ладно, не знаю, какая-то ошибка у нас вышла. Нет, не работает он сам. Тогда я вообще не понимаю, откуда там крипер. Так, надеюсь, вам понравилась эта серия. А если это так, то почему бы не поставить под этим видео лайк? Не написать хороший, добрый комментарий. Не подписаться на наш канал. С вами был мистер Ник. Ждите каждый день новые выпуски. Всем пока.